Слушай, а можно накрашусь? Пожалуйста. Ну, я не знаю, но это же косметика, это, ну, приличная. Тебе что, жалко, что ли? Я вот для тебя последнюю рубашку сниму, а тебе для меня сраной помады жалко. Нет. Вообще не жалко. Ну, спасибо, подружка. Ну, ты мне самая-самая лучшая. Кружева какие-то, не кружева. Здравствуйте, давайте я вам помогу. Да, здравствуйте, давайте. Я выбираю белье для девушки своей. А, у нее, знаете, ну вот примерно как у вас где-то есть. Вы не могли бы померить? Нет. Что за сервис такой? Вот человек, обосишь что-нибудь по его размеру? А вам зачем? Надо. Да, знаете, у меня есть как раз в бежевом цвете, топ моды. Девушки, пакуйте, а. Повезло же вашей девушке. Такая красота. Вообще-то не девушки. У нас с малышом годовщина. Беру по объявлению, господи. Скажите, пожалуйста, сколько это стоит? 15 тысяч. Из золота? Нет, это испанское кружево. А, ну, из золота. Вообще-то, это для тех, кто разбирается. Угу. Для проституток! Блин, ну можно аккуратненько этой фигней махать? А ты что, снимаешь уже? Да. Блин, ну ты предупреждай. А у меня свадьба сегодня, да. Вот у меня такие стилисты замечательные. Ой, так волнительно, так волнительно. Блин, я не поняла, мне шампусика кто-нибудь нальет, или я трезво должна все терпеть? Вы знаете, у меня самый лучший муж. Вот самый лучший, самый красивый, самый лучший. Я готова его на руках всю свою жизнь просто носить. Мне так повезло. Сережа, какого фига ты еще в трусах там через 20 минут выходи? Блять, зачем я замуж вообще за тебя вхожу, козёл? Блин, я вот думаю, мне что-то вообще надо замуж выходить. Я будь еще молодая, красивая. Мне еще вся жизнь впереди. Ну, мам, да мне же вся школа ржать будет. Ну и пусть смеются, зато ты себе ничего не отморозишь. Это не бомба, вообще, конечно, бомба, вообще. Блин, да конечно, это же Куйли. Чё? Ксюр, только ты сестре не говори, что мы брали косметику. А то он меня уроет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще-то в нашей компании дресс-код. Нельзя ходить с декольте, в красных ярких вещах. И волосы должны быть идеально убраны. Ты в таком виде никуда не пойдешь. В смысле никуда не пойду? А я что, это платье покупала дома носить, что ли? Потом? Как я сказал, так и будет. Да блин, я иду с подружками в бар. Чего непонятного? Это просто платье. Да оно вообще ничего не значит. В монастырь меня еще отправь. Косёр. Вот это красота. Ну умеет же Бабкина. Вот это вот чувствуется вот у нее сразу. Вот это вот. Чай пьешь? А он тебе, между прочим, целый час не пишет. Что он на работе? Это не повод нам не звонить! Ну, он занят, наверное, не может позвонить. Занят. Секретаршей, а нет, секретуткой. Точно. И что мне делать? Что-что? СМС сниму. Блин, я отправила уже 30 сообщений, он не отвечает. Значит, переходим к активным действиям. Звони. Не ему. Его маме. Алло, а вы знаете, что ваш сын мне изменяет? Да, секретуткой. А я ему всю себя отдала. Сказала, что позвонит ему. Он звонит. Алло. Он сказал, что мы расстаемся. Вот козел, он тебя недостоин. Думаешь? Да, тебя сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. И не забудь написать, что его очень сильно любишь и все осознала. Зачем? Хер его знает. Друзья, я тут прочитала, что мне как бы нужно относиться с уважением к конструктивной критике, и если уж она есть, работать над собой. Так вот, я решила поработать над собой и сделать себя такой, как нужно вам. Первым делом я решила обратиться к специалистам. Но сегодня я отдала 40 тысяч рублей. Не, ну 40 тысяч это как-то очень дорого, поэтому буду справляться со всеми своими проблемами сама. Совет первый. Боже, какие брови! Сделай что-нибудь со своими бровями! Нельзя так ходить с такими бровями!
много щек, много-много-много щек. Можем. Ну, не менее популярный комментарий. Че ты, капель, качана? Берем тональное средство и замазываем нахрен эти губы. И теперь у нас на очереди глаза. Не, ну, по-моему, богиня. Ну и самое большое количество комментариев я получаю по поводу своих зубов. Будем использовать ватный спонж. Ну-ка. Красота, ты его жертв, блядь. Надеюсь, что вам нравятся мои любимые подписчики, и теперь вы мне не будете писать всякое говно. Ну теперь же я не стрёмная. Что так ярко? Почему я не родилась мужиком? Хорошо мужикам, а? Бубенцы поправил? Прическу прилизал и пошел, красавчик. Парней так много, холостых, я просто страшноватая. А как в детстве было? У него какого хорошенька, у тебя какие щечки, у тебя какие лосипусь. И хоть бы кто правду сказал, хоть страшненькая девочка. Девочка страшненькая, фу, страшненькая девочка, уйди. Мужики любят натуральную красоту, поэтому волосы лучше использовать натуральные. Ну разве виновата я, что родилась красивая? Вот бы так каждое утро просыпаться. Раз, и принцесса. Блин, Кать, ты, конечно, очень классная, но у меня есть один вопрос, который меня очень сильно волнует. Это что за парень? А, это мой бывший Славик, он был лучшим понимающим в моей жизни, и теперь он оценивает моих нынешних молодых людей. Как тебе, Антоша? Что-то мне не нравится этот дрыщ. Сорян. Слушай, ты куришь? Нет. Вот знаешь, правильно, я тоже за ЗОЖ, но вот вчера сорвалась, пойду покурю. А здесь что, бухлишко не наливают? Ну нет, это же кофейня, тут только кофе. Ой, блядь. Смотри, что могу. Давай твою мать. Привет. Пипец, насколько ты бы симпатичен. Я вообще считаю, что девушка всегда должна оставаться девушкой. Женственность — это самое главное. Значит, женственность. Ну, это когда ты вот идешь вот, ну, то есть на тебя смотрят и такие: а, какая баба Лай? А почему вас все называют баба Маня? А им просто на жизнь на пассе не нравится. А какая позиция? А то, что я не сошу Лехи, шкалопендры. Да, хоть там полгласа зажимается, вот так тискается своего. Ну, а может, вам тоже зажиматься хочется? А я с кем попала, просто не зажимаюсь. Я принца, что... Принца. Может, вам выглядеть поженственней? Что не так? А я для себя наряжаюсь, так сказать, как мне будет хорошо. Ну, а если мы вам дизайнерскую брошь подарим? Что, мне? А как это оно? Это мне нравится, да. А вот это вот не туфли, вот эти вот оденут, вот такие вот, это ходят, это цок-цок-цок, копытами своими цокают. Я спать не могу от топота этих копыт. А вот мы вам тоже хотим такие красивые туфли подарить. Не, ну я так чисто посмотреть, да? Такие только школопендры ходят. Не, я не такая вообще, чтобы туфли такие вот. Красивые, мужчины. Ну, спасибо, это дизайнеру это вашему, это Galens Collection. Вот это за брошку, за туфли. Я раньше, может, почему такая сладла? У меня туфлей таких не было. Вот мои резюме. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут? Стой. А давай, как мы всегда мечтали. Меня зовут Катерина Мама Рожденная. Миллион первая этого имени. Из дома Германовичи. Владычица Инстаграма, королева селфи, хайпа и первых комментов. Владычица холодильника, хранительница жировых отложений. Мужем непалимая, Халисе, великого Венишкового моря, разрушительница бюджета и матери файлов. Ваши профессиональные навыки. Вообще, я все умею, вообще. Ну, я так не думаю. Лучше бы ты думал. Какую вы хотите заработную плату? Вы знаете, я еще пока... $10 миллионов в месяц! $10 миллионов в месяц! Я что-то слово сказала? Да. А кем вы себя видите в нашей компании? Ну, вы знаете, я очень хороший человек. У меня мозг тупой. Человек хороший. Спасибо, мы вам перезвоним. Конечно, перезвонят. Как тот парень после свидания, так ни разу не перезвонил. Не, ну эти-то точно перезвонят. Да, не волнуйся. Да, так вон это еще раз перезвонят. Кто? Вас не знаю. Красота, приди. Красота, приди. Ты нифига не вышла. Красота 24 на 7. All skin types. Маска против стресса. Это вообще то, что мне нужно. Ты не видишь, что ли? Что я Анджелина Джоли? Хидратант зуб. Дёр. Драй скин. Имс. Она пишет на непонятном языке. Крем для лица. Живот бурящий. Наносим. Имбирной водой. Урушам. Помада. Айтинт. Это тень.
Вот я тупорез. Да уже пусть видит. Да все минера. Да блин. Карбон блэк айлайнер. Господи, где же ты был раньше? Карбон ты мой блэк. Ну и вообще образ. Ну вот, другое дело. Ну и нахрена ты пристегиваешься? Ты что, ездить что ли не умеешь? Это же неудобно. Да зачем ты включаешь поворотник? Они и так поймут, куда ты поворачиваешь. Мне кажется, ли у тебя тушь размазалась? Ну-ка посмотри. Поворачивай! Время написать подруге пару смс. Блин, ну неудобно смотреть на дорогу и в телефон. Да зачем смотреть на дорогу? Ты и так ее знаешь. Ты постолёк. Слушай, смотри на того мужика, он как-то косо на тебя смотрит. Ну-ка, наедь на него. Угу. Боже, ты его задавила. Ну, не, вроде больше. Вообще-то под наехать я подразумевал кое-что другое. Ну и так сойдет. Блин, мужик, извини, она не хотела. Это я хотел.